Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня на завтрак приготовим вот такие очень вкусные и хрустящие сосиски в кляре. Сначала смешаем все сухие ингредиенты. К муке отправляем 2 чайные ложечки разрыхлителя. Муки мне понадобится 200 грамм. Добавляю 1 столовую ложку сахара и соль. Все хорошо перемешиваем. Количество соли и сахара регулируйте по собственному вкусу. В моем случае тесто будет слегка сладковато. Постепенно добавляем 100 мл молока и начинаем замешивать кляр. И далее добавляем еще примерно 70 мл воды. Кляр должен получиться как густая сметана. Сосиски будем готовить в большом количестве растительного масла. Я взяла обычные молочные сосиски и разрезала их напополам. И сосиски нанизываю на шпажку. Шпажки использовать не обязательно. Я взяла их для удобства. Сосиску сначала отправляем в кляр. И отправляем в кипящее масло, постоянно переворачивая. И обжариваем сосиски в кляре до золотистого цвета. Готовые сосиски выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. И вот такие хрустящие, румяные, очень сытные и вкусные сосиски в кляре у нас получились. Подаем их с любым соусом на ваше усмотрение. У меня сегодня кетчуп, и я немножко добавила для вкуса зеленого лука. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!